С победой. Краткий анализ матча. Что получалось, что не получалось. Спасибо большое. Ну, я считаю, первый тайм, конечно, мы больше контролировали игру, больше получалась конструктивная игра. Если взять второй тайм, то, не знаю, это не расслабление, это просто потеря контроля над игрой. Дали сопернику больше владеть мячом, и из-за этого получалось, что моментов стало возникать у наших ворот. Ну, в целом, я считаю, провели хорошую игру. Самое главное, выиграли. Если говорить о турнире в целом, можно считать, что он удался для «Волгаря»? Цели, наверное, какие-то ставили, подготовиться к сезону, и команда борется за... Ну, я думаю, конечно, в каждой игре хочется побеждать, и если взять то «Волгарь» один, то он до сих пор борется за победу. Поэтому, а также цели у нас были наиграть игроков всех, чтобы получили игровую практику, поэтому я думаю, это удачный опыт сыграть двумя командами, потому что турнирные игры это отличаются от товарищеских. В целом, вы обсуждаете между собой в команде или с приятелями из других команд вот, то, что происходит на турнире здесь? Ну да, конечно, друзей, там, приятелей всегда поздравишь с победой, там, поблагодаришь за игру. В команде внутри мы обсуждаем каждую сыгранную игру, и удачную, и неудачную. Все обсуждается, конечно. Ну, турнир вышел на финишную прямую. Были какие-то неожиданные результаты вот здесь? Ну, если честно, неожиданно «Арсенал» с Томском, ну, для меня, по крайней мере. А так, в общем, хочется отметить высокую организацию. Очень приятно играть на стадионах, конечно, это не на тренировочных полях. Ну и в целом весь турнир проходит очень в приятной атмосфере. Ну а ваша задача оставить кубок второй год подряд у себя, я так понимаю. Ну конечно, всегда хочется выиграть кубок. Самая главная задача – это победа в каждом матче, а победа в каждом матче ведет к победе в турнире. Спасибо вам большое. Всего доброго.